Здравствуйте, дорогие друзья! Долбанное ограничение в 150 мегабайт на скачивание игр и программ из App Store вне сетей Wi-Fi не дает нормально жить обладателям безлимита. В этом видео я расскажу, как его обойти даже на iOS 11. Устраивайтесь поудобнее. Итак, способ работает на любых iPhone, включая последние модели компании. Никакие перезагрузки не понадобятся. Я лично тестировал на iPhone 10 с последней 6-й бетой iOS 11.2 на борту. Выключаем Wi-Fi, а в верхнем углу загорается значок LTE. Открываем App Store и ищем любое приложение размером больше, чем 150 МБ. Идеально подойдет недавний релиз Shadow Fight 3, о котором я уже рассказывал в подборке лучших игр для iOS и Android. Рекомендую посмотреть соответствующий плейлист. Нажмите кнопку «Установить» и дождитесь, пока появится проблемное сообщение, связанное с ограничениями iOS. Тапните ОК. Таким образом, можно поставить в очередь несколько приложений. Как видите, на рабочем столе отобразилась темная иконка. Ничего с ней пока не делаем. И проходим в настройки, основные, дата и время. Тут необходимо отключить автоматическую синхронизацию времени через интернет и вручную перевести дату на более позднюю. Перевод на пару дней мне результатов не дал, а вот после перевода на месяц все получилось. Дальше возвращаемся на рабочий стол и нажимаем на иконку приложения. Начнется процесс загрузки. В других способах индикатор закачки не работал, а в этом все благополучно начинает скачиваться. На всякий случай перепроверил работоспособность способа на iPhone 7 под управлением iOS 11.1.2 на борту. Большое спасибо нашему маленькому, но сильному комьюнити, без которого это видео было бы невозможным. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. Не забывайте ставить лайки и подписываться. До скорых встреч, увидимся в следующих видео. Пока-пока.